что ж, друзья, вот мы и обратно в Сан-Франциско. 5 часов полет. Полет проходил нормально. Первым классом, там можно сейчас растянуться в совершенно горизонтальное положение. Мы так, в общем-то, и поступили. И сейчас, там, откуда мы прилетели, там сейчас 11 часов вечера. А в Сан-Франциско, соответственно, к нашему удовлетворению, на 3 часа меньше, то есть где-то вот часов 8. Сейчас пойдем возьмем Uber, доедем до дому. И так вот продолжим дела наши веселые и одновременно полезные. Так, чего, собственно, и вам желаем. Аэропорт красивый, отстроенный. Тут всякая торговля идет. Светлана нашла сумочки. Случайно наткнулась правильного формата. У нее есть свое видение того, что такое правильная сумочка. А еще и не поздно, хотя субъективно так. Мы еще поспали там часа 2-3. Все кажется, что как бы ночь. Нет, мы еще пободрствуем. Вот она, лента транспортера, багаж выбрасывают. Такое ощущение, что мы сами себя встречаем. Знаете, я с камерой смотрю на ленту транспортера. И сколько раз мы смотрели на эту ленту, встречая гостей и новых иммигрантов. Вот. А теперь сами себя поджидаем тут. Вот мы, друзья, и на хайвее. И в этот раз мы впервые воспользовались Uber'ом в нашей жизни. Мы ехали туда, мы ездили там несколько раз вот до аэропорта в Вашингтоне. Ну и здесь вот мы впервые, можно сказать, возвращаемся из аэропорта, воспользовавшись Uber'ом. Это довольно удобно. В общем-то, вполне разумно по ценам. И большое как бы наличие, изобилие, можно сказать, возможностей автомобилей и так далее. То есть у нас очень положительный опыт на этот счет.